Баринов сам готовит? Лично? Конечно. Михаил Джекович, а может, вы позовете Баринова поздороваться? Мог бы. Но что вы предпочитаете? Чтобы шеф приготовил вам закуски или чтобы вышел познакомиться? Пусть шеф работает. После познакомимся. Витя, тебе надо срочно вернуться в ресторан. Если комиссия поймет, что тебя здесь нет, они поедут на гору. Ну и как я срочно вернусь в ресторан, если подъемник идет 15 минут, а на него еще и отчет ведет? Извините, Виктор Петрович на выездном банкете. Не понял. Послушайте, а что если нам вот взять, пойти и лично убедиться, что шеф здесь, а заодно и познакомимся, а? Согласен. А, вам не терпится попробовать фирменные закуски. Прошу к столу.